Подготовки сборных команд Калужской области создали такие условия этих соревнований, что для всех это был праздник. Сегодня еще награждение у нас, завтра день гонок будет, но завтра будет уже классический ход. Но пока все идет нормально, и думаю, завтра. Единственное, что чуть-чуть морозно, но это у нас по правилам соревнования допускается. Температура 20 градусов была, но в данный момент уже отпустила. Завтра трассу еще подготовим под классический ход. И пока все идет хорошо. А сколько участников сегодня? Больше 200 участников участвовало на данном соревновании. Девушки 97-го, 90-го. Заканчиваем гонку по рестартамону. Сейчас мы выдадим ее результат. Под номером 24 со старта ушел у нас Аргунов Игорь, город Обнинск. Результат 13:32.4. Ренишина должна выйти на старт победительницы Москвы и области Московской. И Малыгина Надежда. Калуга и Северодвинск. Веселова Ирина. В прошлом году в Германии. Борис Артамонов. Мастеров Москва. Уварова Любовь в паре с ней. Первое место в первый день соревнований. Победительница первенства Москвы и звание короля лыж. Вручал ему шведский король. Вот этот королевский кубок. Ну, а Любаша Козырева-Баранова самая достойная, самая симпатичная, самая обаятельная. Завершили гонку. Украшение Валентины из Калуги. Результат 16 минут 43,1 секунды. И Чемизова Ольга с результатом 15 минут 21 секунда ровно. Ждем вас за наградами. Минут остается до старта нулевой группы. За первое место награждение идет. Сколько результата? 12 минут 28,8. Второе время у Виктора Бугрова из Тулы 13. Николай, смотри, тебе можно было, вот видишь, как красиво смотрится. Да? Хорошо. И не каждый день такие медали. Сегодня встречает морозной погодой. Может, где-то послушать. А сейчас мы в этом. Второе место в первый день соревнований. А там 18 минут 43,1 секунды. Награждается грамотой, но сладким подарком и медалью Российского лыжно-любительского союза.
Смотрите, какие мишки.